По словам сотрудников полиции, убийство было совершено не менее 4 или 6 месяцев назад, но экспертизе удалось определить приметы потерпевшего. Погибший мужчина 40-50 лет, славянской внешности, ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темного цвета. Из одежды были определены футболка поло синего цвета размера XL, джинсы синего цвета с коричневой эмблемой. Полиция просит помощи в опознании личности покойного. Информацию можно сообщить по телефонам 8-495-554-44-33, 8-495-554-40-60. 8-495-554-93-94 или 112. Конфиденциальность гарантируется.